Город Утрехт в Нидерландах на осадном положении. Сегодня утром в результате стрельбы в трамвае там погибли 3 человека, еще 9 получили ранения. Полиция разыскивает выходца из Турции, который скрылся. Вероятнее всего, речь идет о теракте. Всем школам в городе предписано закрыть двери, усилена охрана правительственных зданий, транспорта. Кабинет министров провел экстренное заседание. В стране повышен уровень террористической угрозы. Полиция сообщила, что стреляли не только внутри трамвая, но и в других местах в городе. Никаких других деталей пока нет. Британская BBC со ссылкой на собственные источники в Турции сообщает, что подозреваемый в нападении раньше проходил по делу о связях с террористами, но был отпущен.